Саратов обеспечили пожарной техникой. На Театральной площади вручили ключи от новых машин спасательным службам города и области. Здесь же сотрудники МЧС продемонстрировали, как умеют управляться со спецтехникой. Подробности в следующем материале программы. Команда готова. Саратовские спасатели сегодня в качестве актеров, а Театральная площадь временно становится сценой. Здесь разыгрывают настоящий спектакль по борьбе со стихией. Сотрудники МЧС демонстрируют свои навыки тушения огня. На Театральную площадь привезли современную технику, с которой сегодня работают спасатели, а уже отсюда сотрудники МЧС уедут на новых машинах. Спецслужбам Саратова выручают около 20 пожарных автомобилей. Эта техника, уже подсчитывают спасатели, закроет все бреши. Вся эта техника поступает в город Саратов. Техника, которая уже была в эксплуатации, она пойдет в подразделение уже в сельские населенные пункты. И практически мы этим действием закрываем практически всю область. Потом уже пойдет элемент списания техники старой. Ежегодно в подразделение Саратовского гарнизона будет поступать новая аварийно-спасательная и пожарная техника. За всю историю пожарной службы Саратова такое большое количество техники вручают впервые. До этого закупали всего по несколько единиц. Впереди еще надо много снять таких проблемных вопросов по всей территории нашей области. Но уже тот вот кулак, который определяет сегодня защиту города Саратова и города Энгельс, он определен. Вы видели, какая мощь. Руководитель межрегионального центра сказал, что пока у нас ни в одном регионе Приволжского федерального округа вот такого решения не было принято. Поэтому мы принимаем это во имя защиты нашего населения. Будем дальше двигаться. Уже с Театральной площади новые автомобили отправляются на первое дежурство. В ближайшие 2-3 года власти намерены приобрести недостающие единицы техники. Это позволит полностью закрыть потребность области в пожарном оснащении. Эллада Абжалимова, Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.